Данную секунду ты где находишься? На спауне. На спауне. И всем здравствуйте, дорогие зрители. Чё у меня всё виснет? Так, ТП-шися ко мне умеешь ТП-шиться? Нет. Вообще не умеешь? Вообще не умеешь. Ладно, я сейчас на спал. Погоди, я координаты надо запомнить. Короче, запоминай по иксу 715. Запомнил? И вот иди сейчас ко мне, в надежде, то, что тебя никто не убьет. Запомнил? 715? Да, 715. Я даже добегу с такими лагами. Да. Ну, так чё, на сервере все равно никого нету. Мы с тобой тут вдвоем. Так. Ты на месте хоть стоишь? Да, я на месте, я тут. Курицу? Нет, так, курицу не могу. Ты помнишь, что через эту кукуруку? Да, конечно, я помню, куда я бежал. Я все абсолютно помню. Кстати, прикинь, данную секунду я с этим, с текстурпаком играю. Прикинь. Ты в курсе, то, что я не поздоровался? А, да, кстати, поздоровайся с ребятами. Да, всем привет, ребята. С вами Лёша и Саша, да, вот. Да, кстати, канал я забил на него, я даю моему брату, ну вот этому человеку, который сейчас со мной играет. Где ты вообще? Я бегу по координатам. Вы каким координатам? Ты хоть запомнил? 715. Ну отлично. Теперь ты знаешь, где я, наверное, нахожусь. А кстати, у тебя есть скин? Нет, теперь нет. Ладно, я пока камень добуду, сделаю печку. Когда ты придешь, хотя бы печка будет и еды. Ну я как бы ничего не купил. Ну нет, нормально, как бы деньги пока не будем тратить. Потому что сейчас бессмысленно тратить деньги, потому что на серваке все равно никого, кроме нас двоих, нету. Кстати, я не помню, я вроде приватил территорию или нет. Ладно, потом проверю. Я, кстати, не помню, как я территорию заприватил. Кстати, у тебя же чит, да, стоит? А, нет. Да. Ага, чит у тебя не стоит. А где? Погоди, выключи координаты. Выключи. А, да, стоит. Я тебе говорю, что у тебя стоит на X, нажми, вот ты все эти будешь видеть. Все хорошие руды и плохие руды. Капец. Ну да, капец. Блин, как же меня бесит песок. Слышь, спасибо тебе то, что ты в пустыне. Да, я в пустыне. Я вот сейчас в пустыне копаюсь, блин, что-то у меня виснет. Помаленьку подвисает, но ничего. Надеюсь, на съемке это не сильно будет видно. А я тебя буду видеть? Кого? Нет, я пещеру тут копаю, стой, погодь. Вот. Во-во-во, да, я тут, а ты где? Вон, все. У тебя кожаная броня, бей его. Не бей меня, а то я тебя и забью. Куда у тебя? Че? Кожаная броня. Да там стырил у одного зомби, он, короче, подошел, я такой, че ты, и избил его. Зомби. Да. Ладно, пошли. У тебя, кстати, есть это дерево? Дерево есть? Может, я тебя еще ударю? У меня дерева тоже нету. Ладно, вот топор. Иди добудь дерево. Слышь, я помню это все. Вот, да, взять тебя топор, развернись. Все, иди, вот дерево, вот джунгли, видишь? Там овечки. Слышь, давай. Сейчас. Сколько там овечек примерно? Примерно где-то две, да? Блин, нам бы сейчас бы уже ножницы. Вот на. Кстати, тут дерево есть. Он из железа. Да я знаю, нам бы вот, ну, иди это дерево копай. Нам ножницы, мы бы смогли бы поспать с тобой, потому что мы одни с тобой на сервере. Очистка от дропа через одну минуту. Что такое дроп? О, курятина. Убить курятину. Ой, я нашел свинку. Свинку? Не убивай ее, не убивай, пускай она, у меня много еды. На спауне тем более есть этот спаунер, где можно будет на взять еду, да? Только там она не жарит.
Ну ты чё там? Я понял. А, ты молодец, добывай. Хотя погоди, ты где? Поближе можно было бы. У меня все как бы виснет. А, ну ничего, я надеюсь. Ну хотя бы ты до меня дошел. То что у тебя все виснет. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо, у меня мышка отошла. Тихо-тихо, сейчас, погодите, ребята. О, все. Эй. Ты даже ничего не знал, про меня не сказал. Да, про тебя ничего не надо говорить. Так, я сейчас. Да я знаю, кто-то пришел. Сейчас, секунду, ребят. Было видео. Ну ладно, видео не будем останавливать. Нормально. Давайте пока подобуду что-нибудь. Дерево. Вот, все, это хватит нам на верстак. Чтобы сделать. Че? Мамч? Родитель? Кто именно? Папа? Мама? Закрой полностью дверь, чтобы ну, как бы без всяких этих хорошо никого. О, на меня крипер напал. Все, драк с крипером. Первая жертва. Первая моя жертва. Что-то меня подвисает маленько. Тебя подвисает? А, да у меня вообще все есть. Кстати, это возле тебя там мобы могут ходить, осторожно будь. А, капец, я заблудился. А ты на это нажми. На свой чит там замечательная функция есть. Только не помню, как, что за функция. Ладно, я. Мне надо сейчас камень добыть обязательно просто. А, нет, у чуваков есть лазурит. Ты откуда знаешь, что там лазурит есть? Инфа лег там по земле чувак. Да, ушла. Ну, нет. Слышь, там изумруд. Изумруд? Да. Не копай, не копай его. Иди, ты дерево добыл? А, ну, 10 штук и саешь. Нормально, иди сюда. Где ты вообще? А, я вообще заблудился. Блин, плохо, что у меня чита нету, я бы тебя нашел. Ну, я буду сейчас иду. Где ты идешь? Так, через какой-то, домик с лавой, например. Нет, это паук. Ты видишь, где я вообще ни тебя не знаю, где ты бегаешь. Ты знаешь, где свинка была? Я возле свинки сейчас. А, нет. То есть, если я тебя найду, я тебя вот этим мечом огрею. Я тебе отвечаю. Я сейчас, секунду. Все, я дверь прикрыл. А, радыки задолбали. Ну ладно. Курицу, иди, знаешь... Короче, возвращайся по тем же координатам. А, вот все. Так, пони бота. Что, мне что-то мышка стала часто отходить. Скорее. Ой, я кого ушел. Сейчас, погоди, 5 сек. Я двигаться вообще даже не. А, вот, все, двигаться могу, отлично. Надо мышку новую купить. А то я вообще так играть не могу с ней. Че, нашел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я в какую-то пещеру упал. Ты иди сюда. Ёлы палы. Головка. Ты где? Mm. Иди, я тебе сказал, никого там не нападай, иди к моему дому. Голову. Где ты вообще? О, есть. О, кожа. И... Иди, короче, где дом я хотел строить. Капец, у меня есть на то же место. Куда? Тоже так я тебе говорю, иди туда. Тебе говорю, иди туда. Я тут паука сейчас забью до смерти. А, вот все. Так, я тебя увидел. Это ты меня ударил? Нет. А, я голоден, вот что такое. Ты голоден? У тебя какая жареная, обычная? Ну это плохо тогда. Да блин, меня это бесит. Я тебе говорю, у меня мышка каждые 5 секунд отходит. Блин, это надолго. О, все, отлично. Кстати, маленько сервер все равно подвисает. Uh-huh.
Даже у меня вот на компе еще подвисает. Давай, поставь, поставь. Да ёлопал, вот так. Ой, иди. Я сокровища свяжу. Дай мне дерево. Сделай из них доски. И запихай вот сюда. А я сюда свинину всю положу. Все запихал? Кстати, погоди, ты можешь? Посмотри, что я не помню, заплевать я тут территорию или нет. Вот тут, вот тут. Посмотри. О, я не помню, что это название территории. Дай мне пару досок. Я палочку сделаю. Тебя в приват потом добавлю. Ты помнишь, как в приват ИГРК добавлять? Я тоже не помню. Вон, я тебе сейчас... Блин, а, меня это бесит. О, у тебя есть. Кого? Реально 6. Пофиг. Столько сойдет. Капец, лёг на еще вот эту вот пожарить. Пожарить? Да. У тебя что? А. Свинина. Еще такого. О, то есть корова. Я не понял. Сырая говядина, сырая говядина. А чё они вместе не скрещиваются? Вообще не понимаю. Видел? Я сейчас взял ее, и они не скрещиваются вместе. Дашь мне? Может быть у меня... Да, сейчас дам. У меня когда мышка отвиснет, я тебе говорю, у меня мышка отходит. С собой мышка... Да нафиг он мне нужен. Давай, давай, все. Куда побежал? На. Так, уголь. У меня, кстати, один уголек есть. На еще. Беги! Ты чё? Ты зачем на него посмотрел? И ты посмотрел. Ёлопало, у меня мышка еще отходит. Ну ничего, я его побежду, наверное. Ой! На меня. Иди нафиг. Тихо, тихо. О, они воды боятся, надо к воде бежать. Ёлы-палы, у меня мышка отошла, он на меня нападает. Все, он не пойдет в воду, да? Ты просто капец, ты меня вообще так напугал конкретно. Это что за фигня было, Сашуля? Я напугался из-за тебя. Я вообще ничего не делал. А-а-а. Капец, он тебя убил? Да, он мне позавидовал, потому что я еду ем. Он реально позавидовал, то что ты еду ешь. Это так эпично. Я чисто, я стою, у меня мышка отошла, я ничего сделать не могу. И он тебя подходит на с двух ударов убивает. Он мне позавидовал. Ну он вот он урод, все. Наша банда с тобой нападет какая, которая не существует. Ну ничего, зато. Вот опять смотри, у меня стейк не складывается. А, нет, сейчас склался. Может, конечно, это баги на серве. Чё хочешь, домик? Ну, из песка, потому что я... Из другого ты нифига не умеешь, да? Ладно, нам пора заканчивать. А чё? У меня, смотри, у меня уже скоро время выйдет. Вон, видишь, снизу? У меня самое максимальное 15 минут снимать. Ну, можно до конца, короче. Ну да. Ну, короче, всем спасибо за просмотр. Этот канал даю я Сашуле. Дашь, Сашуль? Да. Всем удачи и всем, ребята, пока. Я надеюсь, у меня мышка больше не будет отходить. Всем пока. Всем пока, да.